Шашлыки нигде попало. В парках и скверах столицы разводить огонь можно будет только в специально отведенных для этого местах. Местные власти сообщают, что уже приступили к их обустройству. По словам столичного градоначальника, в выходные люди жарят мясо и устраивают пикники, где им в голову придет. Он говорит, что эту практику следует запретить. Импрессия, которую я имею в виду, после чем были выделены спаций верс, в начале свершения субтитрова, есть она только лучше. Рейтерез, люди не должны сделать фоку прин тоте паркурле и прин дорезк, яр полиция, как мы зачем, соинтервина. Pentru ca să nu ne trezim cu grătare și în fața Parlamentului, președinții, primării sau scoarul catedralei. По словам генпримара, в каждом районе Кишинева в парках будут обустроены специальные места для пикников. Их разместят таким образом, чтобы отдыхающие с размахом не мешали тем, кто вышел прогуляться. Там, где запрещено разводить огонь, будут установлены специальные знаки. Aceste semne să fie clar vizibile. Iar celelalte zone să fie depistate de către grături și estimate cât și în ce формат ne-ar costa ca să creăm astfel de zone. В то же время полиции наказано бдительно следить за порядком в зеленых зонах города. Представители правоохранительных органов говорят, что до сих пор лояльно относились к нарушителям и лишь сообщали гражданам правила поведения в парках и скверах. Практиковать паркурле в Димучи Кишинев сунт антренат ангажат полиции. Deci s-a antrenat atât pe itinerar pe destre, pe bicicleti, avem antrenat practic în toate parcurile, precum și pluton de cavalerie care desfășoară activități în zonele verzi. Săptămâna aceasta a fi intensificată activitatea, forțe suplimentare să fie antrenate. De aceea recomandăm tuturor să respecte cadrul legal și să nu admită înfocarea normelor drept. В свою очередь, правоохранители просят городских чиновников внимательнее смотреть, кому они выдают авторизацию на торговлю во время массовых мероприятий. Так, глава муниципальной полиции утверждает, что самую большую проблему для стражей закона представляют выпившие граждане. Интервеним, который отнесется в клуб локала, entro мониторизарea аспектов, чтение, делибирарea нотификарilor și autorizărilor de comerț на evenimente publice, și verificare permanentă a agenților economici care prestează aceste servicii. Согласно статье 355 административного кодекса, употребление алкоголя в парках, скверах и на улицах, а также во всех типах транспорта строго запрещено.